21 июня поклонники йоги отметили свой праздник – Международный день йоги. Поиск гармонии тела и духа, медитация, философия, наука, комплекс физических и дыхательных упражнений, самодисциплина, исследование тайн собственного сознания и психики. Можно упомянуть еще сотни моментов, но так и не описать до конца всю суть этой очень древней, но популярной и сегодня духовной практики. Юлия Нев продолжит. Впервые праздник отмечался в июне 2015 года, а инициатива учреждения и выбор даты дня принадлежит премьер-министру Индии Нарендра Моди. Индия является родиной йоги, где это учение культивируется издревле. Выбор же даты пал на самый длинный день в году для половины земного шара. Эта дата, связанная с активностью солнца, имеет определенное значение для многих народов и известна как день летнего солнцестояния. В этом году праздник проходит под лозунгом «Йога на благо здоровья». Тема дня призвана продемонстрировать влияние йоги на баланс между разумом и телом. Слово «йога» означает «соединение» или «связь», символизируя соединение тела и сознания. Никто точно не знает, когда йогу впервые начали практиковать. По одной из версий, наши далекие предки еще в каменном веке могли таким путем попытаться привнести гармонию в свою жизнь. Правда, никаких убедительных доказательств этому нет. Самые ранние свидетельства существования йоги датированы 3000-летием до нашей эры. В долинах реки Инд в Индии найдено множество каменных фигурок, изображающих людей в медитативных позах. Возможно, это была еще не та йога, которую мы знаем. На протяжении всей своей истории йога была и остается в первую очередь духовной практикой. Конечно, она включает в себя некоторые методы физического воздействия, позы для медитации и методы правильного дыхания. Но по большей части это все же метафизические практики. Развиваясь на протяжении веков, йога разветвилась на множество различных практик и философий. В Индии, как и вообще на Востоке, существует традиция, по которой йога может передаваться лишь от учителя непосредственно ученику, следуя строгим правилам йогов, от простого к сложному. Такая непосредственная передача знаний позволяет сохранить учение в неприкосновенности и оградить его от искажений. Во время занятий йогой разум человека должен постоянно контролировать тело, необходимо научиться правильно дышать. Это наделит человека новыми силами и энергией. Очень важно хотя бы на первой стадии занятий найти себе группу таких же заинтересованных людей. Совместные занятия придают больше уверенности, чувствуется поддержка со стороны других. Посещая наш центр, люди поняли, что существует не один стиль йоги. Хотя долгое время у них было мнение, что йога – это когда вы сели, закрыли глаза, а мы в это время откроем вам нашу тайну. Идеей нашего центра было создание такого места, в котором каждый мог бы найти для себя свою йогу и понять, что йога – это и медитация, и физические упражнения. Огромный плюс йоги – ее простота. Для достижения результатов не нужно изматывать свое тело. Йога – доза расслабления, которая важна для души и тела человека. Суть йоги состоит в том, чтобы просто уйти от окружающей суматохи на некоторое время и увидеть мир вокруг себя, почувствовать его гармонию. Занятия йогой помогают мне расслабиться, поддерживать себя в хорошей форме. Я могу подумать о происходящем в моей жизни. В целом, все это похоже на компьютерную перезагрузку. Происходит обновление мыслей. Сегодня учение йоги набирает популярность на Западе. Можно с уверенностью сказать, что этим древним знанием охвачена вся планета. Повсюду появляются новые йогические школы. Современная йога – это точка соприкосновения Востока и Запада, а также древней и новейшей философии, использующая сильные стороны и того, и другого. Для того, чтобы ваша идея заработала, в нее надо страстно верить. Когда мы открывались в 2000 году, в Лондоне уже было два других йога-центра. В них преподавали индивидуальные занятия йогой. А мы хотели расширить практики и сделать их доступными одновременно для многих. Открыв двери своего центра «Три-йога», владельцы поставили перед собой цель предоставить широкий выбор классов по-настоящему аутентичной йоге с самыми лучшими преподавателями и доступных занятий всем, вне зависимости от возраста, физической подготовки, пола и других факторов. Здесь более 30 видов йоги. В школе проводят семинары, курсы для начинающих и будущих преподавателей, а также мастер-классы со всемирно известными учителями. В этой школе так много разных классов и стилей. К нам приходят пожилые, молодые и люди в инвалидных колясках. Для каждого мы подберем подходящее занятие. Все желающие достичь успеха в йоге должны строго соблюдать методические правила занятий, советы и рекомендации по системе, которые будут даваться в этой работе, постепенно осваивать их практически. Именно постепенно. Йога не терпит спешки.
Для меня йога — это мой дом. Благодаря ей я чувствую себя живой и могу делиться своей энергией с окружающими. С каждым годом увеличивается количество людей, занимающихся йогой. И это не случайность. Йога является самым простым и эффективным способом улучшить здоровье, прекрасно выглядеть, наслаждаться жизнью и общением с людьми, существовать в гармонии с окружающим миром и самим собой. Юлия НФ, «Вокруг планеты».